Певец Проха Шаляпин рассказал о реабилитации участников скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой. В беседе с телепрограмма.про он заявил, что их возвращение на сцену стало возможным благодаря поддержке высокопоставленных людей. Шаляпин отметил, что у него есть достоверная информация о действиях фигурантов голой вечеринки. Артист утверждает, что после скандала те ходили с поклонами к олигархам. Его коллеги имели соответствующие контакты, так как в прошлом выступали на корпоративах у влиятельных бизнесменов. Напомним, в конце декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «Almost Naked». Среди присутствующих были замечены Филипп Киркоров, Лолита, Анастасия и другие звезды. Несколько месяцев они не появлялись в эфирах и не давали концерты из-за резонанса вокруг мероприятия.